Азербайджан, древняя наша земля, щедро одаренная всеми богатствами природы и ее немеркнущей красотой. Кто только не рвался сюда в погоне за добычей, но каждый раз, как только нога врага чужеземца ступала на эту землю, азербайджанский народ грудью вставал на защиту Родины, отстаивая свою свободу, свой родной язык, древнюю культуру. Многое видели эти дороги, свидетельницы веков. Здесь шли когда-то толпы беженцев, жертвы захватнических войн, вынужденные покинуть родную землю. Безлюден путь, как горе лют, земля и небо слезы льют. Вдаль караван бедой гоним идет, а горе вслед за ним. По преданию, участь беженцев постигла и предков Физули, переселившихся в Ирак. Город Кербела. Здесь в конце 15 века родился Мухаммед Физули. Багдад, принадлежавший в то время азербайджанскому государству, был культурным центром Востока. Тут жил и творил Физули. Здесь он впервые почувствовал себя поэтом, нашел свое истинное призвание. Поэт, вспоминая свои школьные годы, писал: «Когда мой чёлн, ведомый парусом природы, переплыл море детства и достиг берегов чувства и разума, пламя любви стало согревать мою душу, пробудило в ней вдохновение». Свыше 400 лет имя Физули с уважением и любовью произносится во всех странах Востока и всего мира. Стихи его с поразительной быстротой распространялись в рукописях, переходили из уст в уста. Сборник газелей поэта, знаменитый «Диван», хранится в рукописном фонде Академии наук Азербайджанской ССР. Из всех известных научному миру рукописей «Дивана» это самый старинный. Он был переписан спустя 16 лет после смерти поэта. Произведение Физули. Великий поэт писал на трех языках: родном азербайджанском, арабском и фарсийском. По этому поводу он сказал: «Пред меджлисом веков скатерть слов я раскинул. Все, что хочешь, найдешь для услады души. Кто б на пир не пришел, перс, араб или турок, угощенья мои будут всем хороши. Все, что хочешь, бери, уноси, человек. Знай, богатство мое не скудеет вовек». Физули – величайший мастер лирического стиха, газели. Сам он сказал о своей лирике: «Рассудочность холодную искать напрасно будешь ты у Физули. Поэт влюблен, и ты его словам, согретым страстью светлую, внемли». Певец любви, он видел в ней священную силу, вдохновляющую людей. Лирика – душа поэзии Физули. Не случайно называют его поэтом сердца. В его стихах в полном согласии сочетаются острый ум и глубокая эмоциональность. В твоих кудрях свела гнездо души влюбленной птица. Где б ни был я душой, везде с тобою чаровница. Любовь — приятная болезнь. Оставь лекарство, лекарь. Я от твоих лекарств могу и с жизнью распроститься. Соленых слез не любишь ты, но соль необходима. Ведь слезы солоны от губ, с которых мед струится. Разлука для меня — конец многострадальной жизни. Я тем, кто и в разлуке жив, не устаю дивиться. Гори свечою, Физули, чтоб сеть кудрей распутать.
сгоревши только, сможешь ты от чар освободиться. Поэтическое наследие Физули – неисчерпаемый источник вдохновения для художников слова и кисти, певцов и композиторов. Много прекрасных полотен, рисунков, книжных иллюстраций создали художники Азербайджана по мотивам произведений Физули. Жемчужина мировой поэзии, поэма Физули «Лейли и Меджнун» вдохновила на создание оперы основоположника азербайджанского оперного искусства Узеира Гаджибекова. Выдающийся композитор воплотил в музыке бессмертные образы поэмы, ее глубокое жизненное и философское содержание. «Лейли и Меджнун» – первая опера на Ближнем и Среднем Востоке. Она была поставлена в Баку в 1908 году. Первым исполнителем роли Меджнуна явился выдающийся певец и артист Гусейн Кулис Арабский. И в жизни, в мире не нуждаюсь. Страданием любви всецело посвящай меня. С любовной мукой ни на миг молю, не разлучай меня. Искусство Сарабского служит замечательной школой для артистов азербайджанской оперы, для молодых исполнителей роли Меджнуна. Молодые артисты самодеятельности исполняют сцену из оперы «Лейли и Меджнун». В этой школе девушки учились с ним, и каждое лицом, что Серафим, казалось, гурии в лесу собрались, а юноши с галманами равнялись. Коль девушки и юноши друзья, к любви ведет их каждая стезя. درمان دیدارش کردم بلبل زارم دل بلبل زارم دل بیهوده افغانستیم کلمشام مالم قفس قیدنده گل زارم آرش کردم لیلی کردم آل خرشاد حسنم اختیارم قلمدم سایتش بر یرده درمدم قرارم قلمدم Könlüm açılır, zülfü perişan görecek Nitkim tutulur, gönçeyi kandan görecek Baktıkça sana, baktıkça sana Kan saçılır didelerimden Bağrım delinir Navi kürgenini göreceğim Navi kürgenini göreceğim Ah eyledim Şerbi kura Malanın üşüldür Печальная повесть, не выдумка, нет. В ней правду, как солнце, впитали слова. В ней подвиг любви воспевает поэт. В ней столько мечты, красоты, мастерства. Прославленные газели Физули не только читают,
Их поют мастера Мугамов, поет народ. Его газели, словно обретя душу и крылья, облетели весь Восток. Слово «Мугам» и имя Физули неразделимы. Народный артист республики Сеид Шушинской, старейший исполнитель газели Физули. Охотно передает он свой богатый опыт и мастерство молодым певцам, учащимся музыкальной школы имени Асафа Зейналды. Одна из лучших учениц Сеида Шушинского, Зейнаб Ханларова. В здании музея Низами на выставке, посвященной 400-летию со дня смерти Физули. Сюда пришли трудящиеся Баку и прибывшие на юбилей гости, посланцы Москвы, Ленинграда, братских республик, стран Востока. Большой интерес представляет автограф, найденный турецким ученым Атешем в рукописи иранского поэта Саади «Бустан». Как предполагают, этот автограф принадлежит Физули. Исследованием творчества Физули с давних пор занимаются ученые всего мира. Ценные научные труды были созданы русским востоковедом Крымским. Это ему принадлежат слова. Нежная лирика Физули превосходна. Его талантливую романтическую поэму «Лейли и Меджнун» до сих пор читают с восторгом. Английский ученый Гибб сказал: «Физули в своем творчестве нашел путь, по которому не шел ни один из его предшественников». Мухаммед Физули оказал огромное влияние на многие поколения поэтов Азербайджана. Прекрасные произведения создали его последователи Вагиф, Видади, Натаван, Сейд Азим Шервани, Сабир Закир. Физули был не только поэтом сердца, но и выдающимся ученым своего времени. Он является автором таких значительных философских произведений, как «Еттиджам», «Анисюльгель», «Сахет Бемерец», «Метляюль Эйдигад», «Ринди Загид». В своем произведении «Метляюль Эйдигад» Физули излагает учения восточных и древнегреческих философов и высказывает свои собственные философские взгляды на жизнь, бытие. Рукописи его бессмертных творений хранятся в Москве, Ленинграде, Берлине, Лондоне, Каире, Тегеране, Анкаре. Слава Физули не знает границ. Физули – поэт сердца, умел любить, но он умел и ненавидеть. Он нещадно бичевал социальные пороки своего времени. Поэт в своем знаменитом сатирическом произведении «Шикаят Наме» рассказал, как после назначения ему турецким султаном пенсии, он отправился в ВАКФ, учреждение, ведающее выдачей пенсии, и о том, что из этого получилось. Когда я вошел туда, то застал сборище типов, на лицах которых я не нашел и тени души человеческой. Салам алейкум. Я обратился к ним с приветом, не приняли. Да, салам — это не взятка.
Господа, что с вами? Чем так озабочен? Это не ваша забота. Мне сочли нужным назначить пенсию. Мне бумагу выдали, чтобы я мог получать из казны средства, жить спокойно и молиться за великого падишаха. О, несчастный, тебя обрекли на муки. Будешь ты напрасно ходить, обивать пороги, грызться с людьми, убивать свое время и силы. И вдобавок видеть этакие физиономии и слышать всякие слова. Здесь написано, чтобы мне выплачивали пенсию. А почему же не выполняете? Нельзя, это лишний расход. Где взять из денежки? А разве из средств, выделенных на дворцовые расходы, не остается? Положим, что есть излишки. А разве нам они помешают? Грешно присваивать государственные средства. Все должности нами куплены. Нам не грешно. А если вас проверят, ведь выявятся ваши темные дела. Такие проверки бывают только на том свете. Говорят, что и на этом свете бывают. Знаете ли вы? И это нам не страшно. Все чиновники двора и ревизоры нами ублажены. Я знаю, день придет и час настанет, когда народ против царей восстанет, и высится тогда над миром не дворцам, а памятникам славе и творцам. Этот день пришел. Тебе, наш Везувий, на твоей родине, в твоем Азербайджане воздвигают памятники. Твой великий образ находит свое воплощение в мраморе, в бронзе, граните. Работа молодого скульптора Эльджана Шамилова. Портрет Физули. Декабря 1958 года в Баку состоялась закладка памятника Мухаммеду Физули. На митинге, посвященном этому знаменательному событию, выступили первый секретарь Союза писателей Азербайджана Мехти Гусейн, министр культуры Азербайджана Мамед Курбанов, поэт Мамед Рагим, старый коммунист Али Тагизаде. Закладка памятника Физули, отметили выступающие, значительное событие в культурной жизни не только азербайджанского народа, но и всех народов Востока. Имя гениального Физули не померкло в грозах и бурях четырех столетий. За это время прошло много караванов, правители ушли из жизни, не оставив никакого следа, разрушились тысячи замков, крепостей и дворцов, но храм поэзии, воздвигнутый Физули, будет стоять вечно. Азербайджанские ученые глубоко изучают литературное наследие Физули. Видный исследователь творчества поэта, доктор филологических наук Гамид Араслы редактирует один из новых научных трудов, посвященных великому художнику слова. К юбилейным дням в Баку был выпущен пятый том академического издания произведений Физули. Целый ряд книг поэта на азербайджанском и русском языках в красочном оформлении вышли в республиканских и московских издательствах. В книжных магазинах Баку большое оживление. Юбилейное издание «Физули» пользуется большим спросом. Молодой композитор Рамиз Мустафаев посвятил памяти Физули свое новое произведение «Султан Андре».
Физулий нашел свое яркое выражение и в произведениях народных мастеров прикладного искусства. К 400-летию со дня смерти Мухаммеда Физули выпущены специальные марки. В искусных руках ювелира-художника Абакара Гагабекова слоновая кость, золото и серебро послужили отличным материалом для созданного им по-своему уникального портрета Физули. Как к своему большому празднику готовятся к юбилею Физули школьники Азербайджана. Рахиля, что ты подготовила к юбилейному вечеру? Я выучила газель Физули о слове. Тайну души народной нам открывает слово. Те, кто всегда болтает, лишь унижает слово. Мудрым, высоким словом мы себя возвышаем. Как ни ничтожны люди, их поднимает слово. Но, Физули, запомни, сила не в многословии. Даже в разумной речи лишним бывает слово. Газеты, журналы, радио, телевидение — все в эти дни принадлежит великому Физули. Выступает поэт Бахтияр Вагабзаде. Жил, нуждаясь беспросветно, горько мучаясь Физули, проклинал в стихах бессмертных эту участь Физули. Век работал, а заботы не оставили его. Нет, не годы, а невзгоды вы состарили его. Стон народный в каждом слоге и в напеве Физули знал народные тревоги грозные в гневе Физули. Просидеть всю ночь устала мог над бейтом он одним, и душа его сгорала, как свеча, что перед ним. Но зато стихотворение излучало яркий свет, и во все свое горение отдавал словам поэт. Пожалуй, не найдется в советском Азербайджане такого уголка, где бы не был отмечен славный юбилей. В молодом городе металлургов Азербайджана Сумгаити на юбилейном вечере в Доме культуры выступил с докладом председатель комитета по проведению юбилея писатель Мирза Ибрагимов. Он сказал: творчество Физули открыло новую эру в истории азербайджанской литературы. Физули – гордость азербайджанского народа, наш национальный гений, неугасимое солнце азербайджанской поэзии. Всей жизнью и творчеством Физули заслужил огромное всенародное уважение. Юбилей Физули – это поистине общенародное торжество. Свои стихи, посвященные Физули, читает молодой поэт Джабир Наврузов. Умер поэт, а на родине дальней слух разносился вокруг все печальней. Всюду все горестней слышалось это: перенесите могилу поэта. Он на чужбине томился при жизни, пусть же хоть мертвым приникнет к отчизне. Я обращаюсь к тебе, Физули, голосу юных потомков внемли. Имя твое сквозь 400 столетия ныне сияет, как символ бессмертия. Пусть же могила твоя на чужбине, сам ты на родине, с нами ты ныне. Заслуженная артистка республики Сара Кадымова исполняет Мугам на слова газели Физули. Biri oldukça libasım, pudra ölsem kefenim. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz idi. Ne nizay eyleyelim, ol ne senindir, ne benim. В этой газели песни поется о юноше, которым овладела буря страсти. Но девушка, полюбившаяся ему, была недоступна. Она жила в родительском доме, словно затворница. А он все рвался к этому дому. О, Физули,
Я не в силах расстаться с милым домом любимой моей. Он родной мне, родной, родной, родной. Edemem terk huzuri, terk huyum yarın Vatanımdır, 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 vatanımdır 9 декабря в колонном зале Дома Союза состоялся торжественный вечер, посвященный творчеству великого поэта Востока, классика азербайджанской литературы Мухаммеда Физули. Открывая вечер, поэт Николай Тихонов отметил выдающуюся роль Физули в истории мировой литературы. Доклад о жизни и литературной деятельности великого поэта сделал поэт Расул Мирза. Выступившие на вечере поэт Вячеслав Сомов, узбекский поэт Гамид Гулам, поэт Владимир Державин, поэтесса Аделина Адалис прочли свои переводы стихов Физули. Торжественный юбилейный вечер состоялся в театре оперы и балета имени Мирза Фетали Ахундова. Выступает генеральный секретарь турецкого лингвистического общества профессор Агяк Сырры Левент. Иракский писатель-академик Хусаин Али Махфуз. Иранский литературовед Таридани. Выдающийся турецкий поэт и борец за мир Назым Хикмет. В своих взволнованных приветственных речах они рассказали о глубоком интересе и большой любви своих народов к великому азербайджанскому поэту. От имени народа братской Украины выступил поэт Ростислав Братун. В заключении своей речи Братун прочел газели Физули в переводе на украинский язык. Та щастя не знайшов, я Фізулі, простий бідняк, красуне, що прощай, я наче в бурі човен той, що пристань не знайшов. І последняя строчка звучить так, Фізулі говорить, лодка, которая не нашла в бурю пристані. Нет, нашел Фізулі пристань свою, нашел в человеческих сердцах. Это пламенное слово великого Фізулі. Да, 400 прошло, но пламень твой горит в сердцах по-прежнему светло. 4000 пройдет, твой сад не отцветет и не забудет никогда тебя родной народ.